Добрый день, здравствуйте. Сейчас Рамазан, и на сахур я готовлю мичвер. Мичвер готовится из овощей и зелени. В данный момент у меня кабачки, зелень, которая у меня уже цветет на даче. Я взяла кинзу, укроп, мяту, пару листочков ежевики. Взяла кабачки, натерла на терку крупную. Добавляю сюда яйцо, 2 столовые ложки муки, не полные столовые ложки муки. Это все на одну порцию. Под видео я обязательно напишу все. Так как Рамазан, собираются на сахур вся семья, это можно готовить много, и оно сытное, весь день вы будете сыты. Добавляем куркуму, черный перец, соль, хорошенечко перемешаем. Это можно готовить на сковородке или же в духовке. Теперь добавляю себе сюда 2 столовые ложки растительного масла. Если на сковородке, если в духовке, можно добавить сливочное масло и тоже хорошенечко перемешать. Только сливочное масло должно быть мягким, и добавляем его прямо сначала, когда мы начинаем выкладывать зелень. Все, теперь все в сковородку, накрываем крышкой и ставим на медленный огонь. А я сейчас приготовлю себе напиток из клубники и мяты. Так как уже жарко, и я на даче, мне очень хочется пить. Для этого я собрала клубнику. Не удивляйтесь, что она у меня такая белая. Ну, такая она у меня растет. Но очень сладкая и ароматная. Видимо, сорт такой, особенно после того, как его помоешь, он совсем белеет. Размяла вилочкой, добавила кипяченно-холодной воды, размешала. Теперь надо будет процедить через сито, чтобы все лишнее осталось там. И у меня получилась такая клубничная вода. Даже язык стал заплетаться. Вот так. Ой, как вкусно и хорошо, прохладно. За это время у меня уже приготовился мичвер, я его перевернула, чтобы он готовился и с другой стороны. В духовке этого делать не надо. На лист вы будете выкладывать столовой ложкой полной, такой корочкой, и оно будет выпекаться очень быстро, 200 градусов, минут 15 уже будет готово. На сковородке же вот так я нарезала вот в таком виде, и теперь украшу его розочками, которые тоже у меня растут на даче. Вот и все. Быстро, вкусно. И думаю, если вы приготовите, вам тоже очень понравится. Оручинус дуаларнус каблосун ве хейрлосун. Хелалиса саулун саула галан кюршинагадер худафись.